Всем привет, ребят, мы вот Бобби Торчок, да, Бобби Де Лука Торчок, открыть убежище 81, секретный проход, секретное здание, я не знаю, какой у них тут трэш творится. Так, мне уже страшно, я уже обосрался. Так, кротокрысы. Чем мы будем бороться с кротокрысами? Да, нашей всесущей винтовочкой. Давайте потихонечку отправимся, ребят. Я не знаю, что меня нас тут ожидает. Хотя давайте рашить уже, давайте тогда. Патроны, воу, четко. Блин, хватит пугать меня, мне тут страшно на самом деле как-то. Обновление программы разведания. Так. Что у них тут творится? Производство сыворотки. Что-то не то у нас тут опять. Ох, сука. Так, хорошо. А, ты не враждебный, да? Точнее, не настолько... Блин, такой мощный пушка, оказывается, у меня есть. Правда, патронов маловато. А могу тут пролезть? Вообще, это нелогично. Ну, давайте пистолетиком пока что тогда. А, стол нельзя блутать. А, ну... Какое-то странное место, на самом деле, ребят, меня это пугает немножко. Ну, блин, странно как-то вот это все. Так. Ящик вижу, кстати, патронами. Открыть легкий. Ну, давайте легкий там еще откроем. Рили. Рили. Антирадин, серебряный поднос. Великолепно. Я не пролезу тут, ну ладно. Немножко нелогично, правда, но ладно, хер с ним уже. Сейчас бы промахиваться, блин, на такую простую ситуацию, да? Ну, хоть так облутали немножко. Потихонечку, помаленечку облутаем мы. Стаканы. Блин, зато тут лутать можно, я люблю лутать. Пачка сигарет, вау. Неужели Бобби ни разу не интересовало, что в этом помещении есть такого? Что? Довоенные деньги, что они тут делают? Мыло. Нельзя блутать, что ли? Бред. Ох, подлагивает чуть-чуть так. Совсем. Легкий терминал, давайте. Ой, легкий терминал для меня будет сейчас сложный, потому что тут опять слова. Ну, слова по 4 буквы, в принципе, это изи. А вот слово, кстати, вот вижу штуку, да. Ну, больше я не вижу ни черта, поэтому давайте. Сходство 2. Синг. Так, синг, 2 сходства, это значит... Начнем с буквы S тогда. Ну, вот это слово подходит. Протектроном. Нахер, ради протектрона, что ли, это все активировать? Нет. Хотя давайте его активируем, что мы, звери, что ли, протектрон, блин, тоже. Ну давай, активируй единицу, что ты бешишь меня. Не понимаю, куда мы идем пока что, но... Мы куда-то идем, ребят, да. Это то, что я знаю, единственное. Блин, мне тут не нравится. Слишком много земли. Это... Оу-оу-оу. Оу, разлетелся как.
Так, хватит. Так, стойте. Серьезно? Где они? Блин, серьезно? Что происходит? Заткнитесь, пожалуйста. Блин, хватит разговаривать. Меня так раздражает это. Или погоди, Кейт. Так, что-то не понимаю, что происходит, ребят. Но у меня уже как бы еда заканчивается, еда. Меня еще бесит иногда, что у меня не работает. Иногда некоторые фичи с первого раза. Это меня, блин, раздражает. Иногда я нажимаю, блин, удар оружием, и за это у меня кидается граната. Поэтому давайте оружие уберем. Нафиг коктейли молоту, пока они нам не понадобятся. На самом деле обычно такие крутокрысы, но какие-то не такие. Да. Вот, ноль гранат. Ну давайте пока что так. Пакет крови. Стимулятор. О, пробирочки, пробирочки. Котсворт бы еще помогал бы, было бы все вообще идеально, блин. Но робот просто со мной входит и, блин, бесит меня иногда еще. Вот что он сейчас, что он до меня докопался, а? Скажите, вот что он до меня докопался, а? Я не хочу с ним разговаривать, он меня бесит иногда. Я понял, тут везде что одно и то же, что написано. Котсворт, ты куда пошел? Да Котсворт, блин! Котсворт, какой же ты странный, блин. Котсворт, дай мне перезарядиться, а. Блин, знаете, что меня раздражает? То, что разговаривает кто-то, блин, я пытаюсь пройти, убить этих. Сука. Заткните свои хлебальники! Котсворт разговаривает, эти кротокрысы нападают, звуки лютые, блин, я не понимаю, что происходит. Сука, бесит все это говно, я ненавижу, когда такой трэш происходит, блин, это как бы еще подлагивает иногда, блин, бесит, сука, прям вот. Прям вот, ну, блин, сука, не хочу эту проходить миссию. Давайте, плюшки какие-нибудь, давайте хотя бы пупсы, блять, я застрял. Блять, я застрял. Ребят, а, помогите. Да, бля, только не это, давайте, а, пожалуйста, не надо, блин. Что делать? Котсворт, спаси. Котсворт, спаси, блин. 228, кстати, у меня тут это. Спаси меня, блин, тварь! Я не знаю, что делать. Это жопа. Я все застрял. Патронов, кстати, тоже 228. Я не знаю, что делать. Что делать, ребят? А, блядь, а, блядь, а, блядь, сука, блядь, Fallout, пиздец. А, сука. Еще жарко, блядь, надо окошко открыть, сука. Как же я ненавижу это говно. Че, отсюда проходить? Вы что, издеваетесь, что ли? Не буду я оттуда проходить, блядь. Уйди нахер отсюда. Хорошо, блядь? Ага. Вот как он застрял, сука, скажите мне, а? Вот что за говно, блядь? За что я ненавижу Fallout? За вот такую, блядь, хуйню? Почему я застрял, блядь, обо что? Обо что, блядь, дебил? Стой, да, блядь, хоррэ, блядь, я ж тебя хочу посмотреть. Вот за что, блядь, я застрял, сука, блядь? Почему так произошло, сука? Вот, сука, блядь, я не хочу... Давай, блядь, выбирайся, ты чё, дебил, что ли? Ребят, короче, я не знаю, что сделать, поэтому давайте введем команду, блядь, тупой пиздец, TCL. Я просто
Я просто не знаю, я, ребят, не знаю, как отсюда выбраться из-за этого, блин. Да, отвали. Я не знаю, как отсюда выбраться, ребят, поэтому консольная команда пришлось воспользоваться, да, но, блядь, ну вы видели, что за херня там происходила. Я не хочу заново проходить это, поэтому, да. Пришлось, мне пришлось, ребят, так что это... Как так убить хочу иногда, сука, закрыть свой хлебал, реально, вот... Хотя, стой, стой. К тебе надо подойти еще на мет... Уже ненавижу эту, блин, Fallout иногда вот из-за вот такого дерьма. А ты знаешь, что, Коцар, ты все будешь брать, ты все, вот весь хлам возьмешь, ты прям, сука, вот весь хлам возьмешь, вот, сука, весь. И иди сам теперь, дебил. Коцвард, не стой на месте! Пошел в жопу. Почему ты меня подпираешь? Почему? Бесит, когда лагает, блядь, ты ничего не понимаешь, у тебя, блядь, игра зависает, сука, это все такая херня, зачем он, блядь, сука? Фух. За что? Ладно, давайте, ребят, не нервничать, пожалуйста. Давайте успокоимся. Надо успокоиться, на самом деле, играть своим игрой. Если бы еще Косфорд у меня, блядь, не вот... Вот смотрите, вот, смотрите, вот, блядь, какой суть того, что он сюда, блядь, пришел именно в этот момент? Это... Бля. И как я сдерживаю, чтобы не убить этого дебила, блин, конченого? Я так хочу все лутать, блин, у меня лагает из-за этого. Ну, потому что запись уже, блин, как бы долго идет. Я все возьму. Требуется терминал. Че, издеваетесь, что ли? Давайте, крысики, появляйтесь. Надо помощнее что-то брать. Давай, доставай. Ну хоть раз попади ты по нему, блядь. Ты что, тупой, что ли? Где Коцвард? Коцвард, ты что внизу делаешь, дебил? Ёб твою дивизию, что это такое, блядь, уйди. А, бесит, ребят, у меня ноги замерзли, блин, на тело вспотело, это вообще, блин, нормально. Вишневая ядер-кола, давайте, жареные тараканы, давайте стимуляторы еще, давайте вколем себе. Один штуку, видимо. Блять, я даже не... Что? Во что? Убегаем, ребята, убегаем! Вкалывай, вкалывай, давай, убегаем, ребят, потихонечку, давайте. Что за трэш лагающий? Не, ну такой хуйни я не ожидал. Котор что-то вообще невероятное творит. Коцвард. 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 Ты как? Коцвард, ты как? Жив? Коцвард, это не все. Давай, продолжаем.
Давай просто свалим отсюда, блин, я не хочу это. Да не хватит, 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 пожалуйста, не лагай. Нам придется всех убивать все равно, Котсворт. У нас нет выбора. Я уже лутать даже не хочу этих кротокрысов долбанных. Давайте просто свалим отсюда. Конечно, блин, взял пароль, и все равно потребуется терминал, блин, чтобы вскрыть этот долбанный, сука. Угу. Давай уже, а? А. Пошли отсюда, Котсворт, вообще нахер. Все, нахер это говно. Возьмем, давайте. Микроскоп возьмем. Угу. Пока я всех кротокрысов не убью, она мне ничего не скажет, короче. Как? Где они, блин? Пиздец, эти крысы, вообще, сука, блин, это... Раздражает, блядь, ребят, эта игра меня, блядь, бесит иногда. Давай, где? Где? Go fight, сука! Где? Где они? Они очкуют, пиздец, ребят, вот это... Вы не кротокрысы, вы просто крысы, блядь, вы где вы? Где? Ну где, блядь? Вот именно, Котсворт, где они? Звуки есть, кротокрысов нету, блядь. Да, Fallout, ты полон багов. Я не могу, Котсворт, весь день этим заниматься. Уже 20 минут прошло, блядь. Мы даже, блядь, эту хуйню зачистить не можем. Давай. Давай. Они просто появляются и упрыгивают сразу же. Как с ними так драться, блядь? Скажите, а? Блядь, ребят, я не знаю, что делать, блядь. Это пиздец. Он просто появился, блядь, и убежал. Вы понимаете, блядь, как они дерутся, сука? Появляется. Давай. Наконец-то. Поймал его нахер на баге. Он, походу, залагал. Я не знаю, что за херня. Это вообще, блин, жопа какая-то. Я не хочу так играть. Реально, это жопа. У него французский акцент такой жесткий. Пока что окошко закроем. So authorized. You are released. Super. I had almost given up all hope of living here. I'll open the door. Спокойствие наконец-то, да? Since you are a Voltec representative, I entrust you with the broad spectrum cure I developed. If you have an equivalent to my digital Hippocratic oath, please use it quickly to prevent any undue suffering. However, be advised. There is only one dose left.
and I can no longer make any more. Hmm. If that is all, I am most eager to leave. Thanks for the cure. It is my hope that this cure finds its way to someone who needs it. Hopefully now I can properly further my scientific research. Since my job here is done, I think I will follow you out. За мной последуешь, пупсик. Hell yeah. Они тут какие-то, видимо, эксперименты ставили над крытокрысами. Это не надо быть гением, чтобы догадаться над этим. Так. О, так и знал, что что-то есть. Не знаю, все, давайте прочитаем, ребят, потому что это как бы нужно. Ага, это все очень долго, ребят, я так понял, да? Ну, вроде бы такой приятный робот она, неплохой такой, да? И ничего плохого нам не говорит. Особо. Ну, то есть, не нападает на нас, как кротокрысы, из как крысы, блин, реально. Просто крысы, а не кротокрысы. Она за нами пойдет? Не знаю, что делать, просто зайду в лифты. Теперь у меня два робота, которые вот так вот звук такой издают. Меня это раздражает. Меня это прям раздражает, блядь. Вот прям поубивать их готов уже, сука. Меня это звук, блядь. Ищ. Теперь у вас двое, блядь. Все, ребят, мы тут. Давай. Давай, иди. Теперь вас двое. Ублюдки! Суки вы! Долбаные, блин, роботы, блин, как же вы меня бесите. Я верну обратно псину, ребят. Я ненавижу теперь Котсворда. Все, в жопу этого Котсворда, блин. Он так меня бесит. Он разговаривает постоянно. Меня это, блядь, раздражает во время миссии. Он во время миссии, блядь, он постоянно базарит. Это пиздец. Собака хоть и блочит, но она, блядь, молчит. Давайте пройдемся пешочком. Блять, Остин там лежит. Великолепно. Медикс. В жопу воткнул, что ли, ему? I was worried to death about you, Austin. What got into your fool head? Going into a place like that. Nothing exciting ever happens here. I just wanted to see what was in there. Well, if it hadn't been for a friend here, you might have died. Thank you. I know you... Остин, тебе, блядь, интересно, а я там чуть коньки не отбросил и не распсиховался чуть. Я, блядь, чуть ли нахуй монитор не сломал, блядь, пиздец. She's not the only one. The whole vault is thankful. I'd like to give you a room here in the vault. A place you can call your own. It's in the main hall, on the left as you get off the elevator. Once again, thank you. I hope you enjoy your accommodations. I wanted to say thank you again for what you did for Austin. You've opened a lot of eyes around here, including my own. I had no idea of the dangers Vault Tech had hidden away so close to home. I can't believe so many died just behind our walls. Whatever Vault-Tec had planned, it failed and took their entire staff out with it. No arguments here. I hate to think of what they had planned for us. But on the good side, you made a real impression on our anti-Commonwealth people. They're realizing outsiders really can be trusted and do more good than just providing resources. You'll always be welcome here.
and I hope you make a habit of visiting. Having a trusted outsider would help serve as a reminder that the Commonwealth isn't something to fear and avoid. Они мне разрешили брать. Если бы после этого они, блядь, мне не разрешили выбрать, я бы нахуй тут бы всю какую-то разгромил бы, блин. Еще терминал сейчас скроем, опыта получим. Да? Скроем? Надеюсь. Есть какие-нибудь заглушечки? Я просто не хочу так скрывать сразу. У меня, ребят, блядь, нервов уже реально, вот это пиздец. Я нахер теперь ненавижу этих кротокрысов, и прям вот в жопу. Пусть эти кротокрысы, блин, долбанные в жопу идут. Значит, наше слово на S не начинается. Ну, тут вообще, в принципе, оно одно такое, которое на S начинается. Давайте такое другое слово попробуем. Сходство 0. Сходство 4. Что? Что? Ну, такое. Так, ну, сходство 4 это жестко, мне кажется, ребят. Вот, вот это слово подходит. Ага. Угу. Ребят, я уже возненавидел эту серию. Это 10-я вроде бы. Или 9-я. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я ненавижу эту игру. Я лутать даже тут ничего не хочу, блин, меня это реально. Так, погодите, Кьюри. Котсворт. Вот как надо, ты не путаешься под ногами, да? Жирный ублюдок. Котсворт просто будет хлам таскать. Так, отстань. Путешествовать вместе. Уйди отсюда, Котсворт, просто уйди. Ох, ребят, наконец-то мы завершили это говнище. Это лаги, это кротокрысы, я теперь их ненавижу. Теперь я могу здесь все подряд брать. Пошел в жопу. Я здесь все украду теперь. Хотя даже лутать уже неохота, на самом деле. Ой. Я надеюсь, вы этого не слышали. Хотя, блядь, как вы этого не слышали? Ладно, всем удачи, всем пока.